Электрик. Навстречу миссии в окрестностях дня рождения. Я не чистильщик, я электрик. Провожу беспроводную связь, без всяких вспомогательных устройств, в темные уголки мира. Меня никто не благодарит. Те, кто вдруг увидит нечто при свете, скорее читаю ужас в их глазах, неприятие и отторжение, как будто это я создала их мрачных чудовищ. Я только сделала их видимыми. Любовь и открытость моего сердца делают переносимым этот ужасный опыт себя, хоть он и считывается тобою, как моя сексуальная привлекательность и твое страстное влечение к ней. Ох, и хитер тот, который послал меня к тебе. Я не просветитель. Я освещаю твою жизнь временем, текущим из моего сердца, под абажуром моего тела. Ты знаешь, мои корни — это ноги, за которые меня крепко держит тот, кто послал меня, и эти корни уходят вверх. Я вброшена в этот материальный мир, как мячик для гольфа. Качусь по зеленому полю, закатываюсь иногда в лунки, иногда попадаю в озеро, в котором тону, но живу я в мире ином. Там развожу сады и пашу пашню, наблюдаю, как прорастает зерно, пасу овечек, играю с козлятами, жужжу вместе с пчелами. А ты все спрашиваешь и спрашиваешь себя, чем она тронула мою душу? Почему мне так невыразимо тоскливо без нее?